Пане Денисе, ви чули коментар Геннадія Балашова зараз? Ну, да, слышал. Я хочу без запитань тоді дати вам можливість висловитися у відповідь. Ну, в зависимости от того, какой вы хотите комментарий услышать, юриста с 25-летним стажем или как политического эксперта, как депутата от... Обидва, нас цікавлять обидва. Ну, как юрист попробую дать оценку. Дело в том, что три фактора, которые влияют всегда на принятие решения об избрании меры пресечения. Об этом неоднократно в Украине говорил Европейский суд по правам человека в своих решениях. Прежде всего, это обоснованность подозрения. То есть в судебном заседании следственные органы, прокуратура должны доказать следственному судье и, соответственно, всем присутствующим, что подозрение является обоснованным и серьезным. Не сама по себе тяжкость статьи, которая инкриминируется, а именно обоснованность подозрения. Наличие доказательств того, что именно это преступление совершено, в этом преступлении обоснованно подозревается именно это лицо, которое предстало пред ясными очами судьи. Второй момент очень важный, что для избрания меры пресечения, которая ограничивает свободу, недостаточно санкции статьи, сколько бы лет там не предполагалось лишение свободы. Поэтому очень важно, чтобы суд брал во внимание и другие факторы. То есть наличие социальных связей. Ранее совершало ли лицо преступление? Это относится ко всем гражданам, не обязательно к политическим деятелям, к Медведчуку, к Порошенко, к Зеленскому, кому угодно, или к Балашову, который давал комментарии. Я думаю, что когда придет время, и, возможно, от тюрьмы и от сумы зарекаться нельзя, мы знаем, тем более в нашей стране. Возможно, и он когда-то предстанет перед правосудием, и эти факторы, над которыми он сейчас смеется, глядишь, и для него станут важными. Потому что они важны во всем цивилизованном мире и для всех людей. И третий момент очень важный, что при продлении меры пресечения необходимо изыскать новые риски, которые обосновывали, что продлевать необходимо меру пресечения. Это дело Ноймайстер против Австрии, прежде всего, Харидинов против Украины, Белевецкий против России. То есть масса существует практики Европейского суда, который неоднократно указывал Украине на пещерность ее отношения к правам человека, особенно при избрании меры пресечения, в том числе такой, которая ограничивает свободу. Что касается политической части. Безусловно, уже всем понятно в этой стране, хороший Медведчук, плохой, нравится его позиция, кому-то не нравится. Это никакого отношения не должно иметь к правосудию. Как только судья начинает внимать вот таким речам, которые мы слышали от предыдущего оратора, на этом заканчивается правовое государство, на этом начинаются политические преследования. И если кто-то думает, что эти политические преследования будут касаться только каких-то определенных политиков, если будут закрываться какие-то определенные каналы, которые ему нравятся или не нравятся, то это такая системная игра, которая рано или поздно затронет каждого гражданина. Беда Зеленского в том, что из того человека, которого... ожидала увидеть страна объединителя, мы увидели, что он начинает бронзоветь. То есть по всем его действиям видно, что он не собирается отдавать власть демократическим путем, никаким путем. И вот это преследование близких оппонентов, удар по Медведчуку и удар через Медведчука по Порошенко, свидетельствует именно о том, что он решился держаться за власть до последнего.